Так, друзья, начинаются пацаны. Пацаны, как всегда. Куда тебе надо? Куда ты бежишь? Совсем другое по темпераменту. Чувствуешь да, разницу, бежит, да? Ему все куда-то надо. Еле поймала. Он такой уверенный в себе, прям вообще уже такой, типа, так, что за дела? Что у вас тут происходит? Кубель тяжелый? Есть, кубель тяжелый, да. Ну, давай, осмотрим его еще раз. Как по размеру крупнее, чем девочки? Ну, по крайней мере, тяжелее точно. Тяжелее, да? Да, как бы ощутимо так. Мне кажется, тут и кости по весу пошире. Ну, голова такая прям. Ну, он пацан же, ему же и положено. Чётенький, вообще такой. Такой босс вообще. Вообще, вот это вообще скажешь, просто, да. Он будто... лиловый. Просто лиловый. Он, да, он без тигрой, но просто лиловый. Давай, попробуем. Попробуем постоять. Пообщаться. Попробуем встать для начала. Ну, давай. Ну, давай. Нет, ты не хочешь категорически. Нет, ты жмёт. Совсем другое поведение, да? Ну, не хочет, не подчиняется. Наглая рожица. Так, хвостик у нас полный, без заломов. Как и у девочек, у всех? Да. Прикус ножницы. Не расслабляется, напряжен. Да, он вообще не очень доволен, что... Очень недоволен, что его вообще взяли. Да. Так, пацан, нам с тобой надо сфоткаться. Видно такая растерянность, я не знаю, как сказать. Ну, он, видишь, он приседает, он не становится на прямые лапы, он приседает. Давай его отпустим на секунду, посмотрим, что он будет делать. Ну и чего? Ну вот ты пришел, и что? Теперь буду смотреть на все, как будто только родился. Ты такой наглый был. Я тебя еле поймала там среди всех. Так всегда, да? А здесь уже... Я тебя еле там поймала, а тут такой, ой, скажи, куда это меня принесли? А что это, скажи, они будут делать? Да? Ой, скажи, как лапы страшно. Лапы у меня такие хорошие. Напомню, тут друзья, щенкам всего... Сколько я нам? Чуть больше... Два месяца. Ну, два с половиной, да. Давай, вставай. Вставай, скажи. Вставай. Ты же мужик будущий. Ты же будущий мужик. Ты чё? Вай, покажи, какой ты красивый. Вот, смотри. Во всей красе. Смотри, скажи, какой вау, я. Да. Вот он какой я красавчик. Вообще красивый. Слушай, я прям представляю его так увеличить раз. Ну, скажи, 8. Какой я. Будет такая собакина вообще. Красотун. Красотун. Таких мы так да? и называем. Красотун, скажи я. Да. Ну, скажи, просто немножко растерялся. Да, удивительно, 4 собаки, разный темперамент. Мальчишки, они поздно. Мальчишки, они, да. Мальчишки, они всегда, они, как бы, вот эту уверенность, все это они приобретают чуть позже, не в этом возрасте. Да. В этом возрасте обычно девки такие более боевые, такие наглые, а пацаны, они скромняшки. Ты что зажался? Не будет он, да, расслабляться сегодня? Mm-mm. Не сегодня? Не сегодня. Эх ты, плохо себя показал. Эй. Ты же музык. Да. Нет, никто ему не интересен сейчас пока. Ну, тогда хотя бы сиди красиво. Ну, видите, друзья, мы по-честному показываем. Чё вот ты лёг? Когда говорим, что видно, что ориентированный там или супер нежный, здесь пока нет этого. Нет, про ориентированность еще пока рано. Нет, это все еще может быть. Просто вот сейчас пока... Они, во-первых, в новом месте, только приехали, с дороги, со всего. Скажи, где наша мама? Ну, они все в одной ситуации, Ян. Чё, как есть. Он просто серьезный пацан. Ему эти все муси-пуси совершенно ни к чему, сейчас скажи. Может, ему нужен настоящий серьезный мужчина. Они будут такие оба серьезные ходить по улицам какого-нибудь города с такими серьезными лицами. И попробуй к ним подойди. Есть же такие пожелания к собакам. Я скажу, тебя подозреваю. Короче, ладно. Пока ты скажи, ты задумал. Пока с тобой заканчиваем съемки, ты ничего больше нового не покажешь. Что ты задумал? Будешь сидеть как статуэтка. Забирай. Ну что? Давай в глаза твои заглянем, я все хотел в глаза твои заглянуть поближе. Вот так вот мы любим заглядывать в глаза. И лапка у нас красивая. И вот смотри, у него здесь вот такое мяфенькое, оттягивается. Не, ну он красивый, Ян. Тут как бы вот что? Ну, красивый, достаточно быть красивым. Тяжелый. Наверное, все-таки это будет XL-чик. Да, вот очень похоже. Он будет точно красивый.
Вот. Ну, а с темпераментом будем наблюдать, как он будет, как он покажет себя в следующий раз где-нибудь уже на зоне выгула, на травке с ним побегаем. Может, там он раскрепостится. Ну, это через месяц так. Да, но здесь сейчас еще вокруг его и на фоне лают собаки, и большие. Он их тоже вот сейчас сидит, смотрит за на собаку у меня за спиной. Может, для него это немножко и какой-то стресс. А может, он просто еще не адаптировался, остальные адаптировались. А может, как Яна говорит, что мальчики позже созревают. Это мы сейчас и проверим, потому что Яна сейчас принесет еще двух мальчиков. Посмотрим, сравним. Так, ты что, такого же принесла? Ага, второй раз думаю, дай такого же покажу. Надо было другого. Одинаковые. Это другой мальчик. Так тот же самый, Яна, неси назад. Нет, это другой. Нет, тот же самый. Ух ты, нет, другой, смотри. Другой. Я же говорю, другой. Вижу, другой. Другой совершенно темперамент. Тот тихоня, а этот... Тот тихоня, да. Шебушной. Да, уже елку потрогал. Смотри, там ни елка неинтересна, ни мы, ни лежак. Ну, да, короче, да. Он приторможенный тот немножко. А этот, сейчас посмотрим, какой. Ну, вот ты видишь, такой активный. Как девочка один была, которая коровка, по темпераменту они схожи. А мне еще пока ни один не подтянулся. Дайте меня понюхать. Далеко. Ну, может. Давай, вставай. Нет, не ложимся, а встаем. Встаем. Ты молодец. Только все равно заваливаешься. Молодец. Смотри, как хорошо стоит. Да, грудь красиво вперед так выставил. Прям у него очень хорошо смотрится. Прям статуэточка такая, прям грудь аж выпирает вперед. Мне нравится, прям эффектно. И у него этот рисунок такой классный, белым но выдается. Но он тяжелый, видно, что он крупный будет. Да, тоже не мелкий. Ну, хорошо, дай бог. Давай сбоку посмотрим у тебя. Не-не-не, не ложись. Понятно, что многие хотят там гарантированно знать, какой тип будет. Ребята, мы всем так скажем. Они ну все что, будут я не скажу мелкие. Гарантированно, а потом... Да, они ну, все ладно. Будут не мелкие. Это все будут крупные стандарты. Либо крупные стандарты, вон, либо... смотри, какая она там. Excel. Не, этот, наверное, будет все-таки крупничком. Дядька Зим, дядька Зим, всего 2 месяца. А я скажу, вон какой слоник уже. Да. Да, а я скажу, вон уже какой слоник, и тяжелый какой, на руках держать тяжело. Хвостик у него работает. И хвостик пропеллер. Во все стороны. Дыкс-дыкс-дыкс-дыкс-дыкс-дыкс-дыкс. Да? Посиди под елочкой, Деда Морозом будешь. Очка, ящка, Дед Мороз. Ящка, Дед Мороз. Ну что, замечательно. Тоже львовенький. Интересно, какой там остался у нас еще какого цвета щенок? Третий мальчик. А вот сейчас узнаете. Давай, неси. Так, ну это вообще любимый цвет в породе були у всех людей на свете. Голубой. Да, без тигровинок. Все любят голубых були. Это как бы мы уже давно заметили, что голубых все время раньше всех забирают. Всем они нравятся. Сейчас посмотрим на темперамент. Да, что-то похожее было в предыдущем помете. Были такой окрасочки. И я вижу, что он самый маленький. Тихо, дай зубы посмотрю. Пока клещ. Маленький. Ну, он самый мелкий, да, из кобелей. Да. Тоже так не что? Тормоз. Вообще. И куда-то пошел. И куда-то пошел. И куда-то пошел. Такой деловой. Скажи, лежак тут есть, я буду лежать. Ты такой деловой. Давай на ручках. Ты такой деловой. Такой раз и почапал. Давай на ручках его рассмотрим, раз он куда-то чапает. Такой раз и почапал. Так, ну что, у него посерединке очень симметричная полосочка практически. Это очень красиво. Глазки... На голубом вот такие, кажется, тоже. Как светлые, но они, конечно, такие. Здесь тоже есть. Вот.
Ну, он самый маленький. У него белый. Крапинки у него на лапочках он есть. Крапинки. Ну, крапинки не тигровинки. Крапинки тоже красивые. Прям видно, что он маленький, видите, по размеру. Возможно, он, скорее всего... А были примеры, когда был маленький, а потом был... Нет. Уже все, скорее всего. Крупнее братьев он уже не будет, да? Нет. Давай встанем. Давай встанем красиво. Нет, мы не ляжем, а встанем. Давай, встанем. Ложится поросенок. Ты поросенок. Да? Фью-фью. Нет, ты встанешь у меня или нет? Ты будешь первым щенком, кто у меня не встал? Вот, молодец. Ну, хотя бы так. Криво встал, некрасиво. Ну, хотя бы не ложится. Уже хоть что-то. Хотя бы сказать, не ложусь. Молодец. Лапки ставь ровно. Вот. Вот, теперь уже другое дело. Вот так мы красиво стоим. Какой у него плащ голубой. Ровненько идет по животику. И сразу плюхаться. И сразу плюхаться. Что, так лучше? Ниже к земле безопасней? Ну, давай посмотрим, что будет дальше делать. Куда же он все-таки хотел убежать? И будет ли к тебе прилипать? Ну, все, уже не надо никуда бежать. Ну, давай сядем тогда вот так. Ну, ты посмотри, они к себе не лезут. Вот первый он не лезет ко мне. А первый тоже не лез, а второй вроде лез. Привет. Смотри, все. Все? Вынюхал. Увидел меня? Все. Заметил? Наконец-то ты меня заметил. И хвост сразу все. А ты такая неприметная. Да, мне тоже показалось, что странно. А ты такая неприметная. Интересует человек. Совсем меня не видно, да? Кузичев всем было не видно. Кузичев теперь приметил. Да, ну, пока спину красивую посмотрим. Вот такое. Вот такие лапки, хвостик. Вот такая красота. Давай. Ну, что, голубые классные, да? Да. И голубые нам больше всего подходят к цвету нашего питомника, цветовой палитры, к стенам, к серым. Многие не понимают, почему голубые, а не серые. Ну, серый цвет. Нет, но голубой. Это голубой. Ну, мне кажется, мы уже в каком-то видео это обсуждали. Поэтому да, не будем поэтому по второму кругу, почему серый голубой. Вот он под елкой не хочет сидеть. Сразу бегай. Я же не хочу быть Дедом Морозом. Я хочу быть оленем. Хочешь с тобой общаться. Возьми его на ручки. Мне кажется, он тебе на ручки хочет. Я хочу быть оленем. Ну, хочешь, запрягайте меня в сани. Вот на ручках ему нравится смотреть. Все, успокоился. И уже никуда не надо. Короче, это ручной маленький песик. Ручной. Маленький. Ну, маленький, это, знаете, маленький относительно большого Excel он будет. Так-то он будет намного круче любого покета. Как красивый любой американский булли. Так, друзья, ну вот, короче говоря, мы посмотрели все 6 щенков породы американский булли от Дивы и от Ричарда. Вот, кстати, папа вот так выглядит у них. Видно, что папа эффектный, ну и дети должны быть, соответственно, такие. Ну и а то, что от Дивы красивые дети, мы уже проверили на предыдущем помете. Так что, друзья, кого заинтересовали эти щенки, переходите по ссылке в закрепленном комментарии на сайт питомника. Щенки эти будут совершенно стоить доступную стоимость, то есть не какие-то там супердорогие, стандартные для нашего питомника. Вот. Все сейчас, на данный момент выхода видео, все 6 щенков продаются. Так что есть возможность зарезервировать и уже
через несколько дней они могут ехать в новые дома. Они уже могут. После новогодних праздников. Да, после. Ехать. Короче говоря, в первые числа января они уже могут ехать в новые дома, пока еще праздники не закончились, к вам уже приедет вот такие замечательные подарочки. Так что резервируйте, пишите Яне по всем вопросам. Яна всегда готова все рассказать, показать. Ну, в общем говоря, перенеслись мы ненадолго в Крым. А теперь дальше снова будет видео выходить про то, как мы живем в Анапе. Возвращаемся в Анапу. Всем пока, спасибо, что смотрели это видео. Если вам нравится наше видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно лайк, а если напишите комментарий, то будьте вообще молодцы. Все, друзья, всем спасибо за просмотр, всем пока и всех с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом, друзья! Счастья всем, здоровья, добра, любви и мира в Новом году. Ваш любимый питомник собак из Крыма.